Мальчик бежит, молодец, сшибая столбы. Послушные ноги ему говорят: мы тебя перейдем, но не шагу назад. Я это не так знаю. Для смеха сыграл. Да, я не знаю. Ты не знаешь. Умывай руки, Понтий Пилат. Земфира, правильно сказал человек. Пусть он поет тогда, раз угадал. Все. Штрафной. Я Андрею отдаю свою возможность. Ну ладно, так. Я тебя поддержу. Ну суть та же, кто угадал, тот поет. Да, я поняла. Ну как я крокодил. Фанты, такая игра фанты, да, называется. Залезть на стол, закричать петухом там. Вот, значит, кто эту песню поет? Ну, а что-нибудь спеть, это еще самый безотец. За то, что только раз в году бывает май, за бледную зарю незасного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу не меня. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Придумано не мной, что учиться день за днем, то радость, то печаль кому-то несем. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Есть нам справиться с судьбой, один лишь только в русский тканей дней. Стучи разогна, нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Некоторые люди не хотят попадать в кадр. Вот так интересно, это чтобы зрители.